Смертельная авария под Заводоуковском. Трагедия произошла сегодня утром на федеральной трассе Тюмень-Омск. У большегруза оборвало прицеп и выбросило на встречную полосу. В результате погиб водитель встречного автомобиля. Известно, что мужчине было 35 лет. В настоящий момент движение на федеральной автодороге частично ограничено. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Дорога в удовлетворительном состоянии. Скользкость отсутствует. Снежный накат также отсутствует, проезжая часть сухая, видимость в пределах нормы. То есть тут только техническая неисправность, тут дальше экспертиза уже будет показывать.